Встречайте, Ричард Тёрнер. Ричард, добрый день, мы рады вас приветствовать. Для меня большая честь быть здесь, спасибо. Ричард, еще раз, мы рады вас видеть. Скажите, пожалуйста, что вас связывает с картами? Карты — это моя работа, моя страсть, моя любовь. Мне даже не нужно прилагать усилия, чтобы практиковаться. Скорее наоборот. Это вы должны приложить усилия, чтобы меня остановить. Связать меня, чтобы я не практиковался. Ну что ж, я еще задам вам неделикатный вопрос. Вы не видите с рождения или был какой-то момент, когда вы потеряли зрение? Да, я абсолютно незрячий. Я ослеп, когда мне было 9 лет. С этого момента вы стали увлекаться картами? Картами я начал увлекаться за 2 года до этого. Когда я потерял зрение, я обнаружил, что у меня особое тактильное чувство. Потому что когда вы теряете одно из чувств, то улучшается одно из других. Спасибо вам большое. Нам не терпится посмотреть на ваше владение. Смогут ли наши звездные гости разгадать тайну способности Ричарда Тёрнера? Проверим прямо сейчас. Да, давайте. Итак, сейчас Ричард продемонстрирует нам невероятное управление колодой карт. Ассистировать ему в этом будут 2 добровольца из числа звездных гостей. Прекрасно, Василий Андреевич. Я тоже восходила. Да, будьте любезны. Спасибо. Присоединяйтесь к Ричарду, Василий и Ольга. Мое почтение, Ольга. Василий. Ричард, давайте так, я умолкаю, а вы полностью руководите всем экспериментом. I am ready. Я готов. Привет! Привет. Когда играете в карты, важно, чтобы карты были хорошо перетасованы. Повторяйте за мной. Для начала сделаем подсъем карт. Так тасуют карты в казино. Рифл. You have to do it 2 times. Riffle. 2 раза. You have to give it a strip cut. Затем снова подсъем. Another riffle. И еще раз рифл. And another shuffle. Another cut. Еще шаффл и подсъем. Let's look. Давайте-ка посмотрим. Do we have ace? Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка. Wow. I shuffled them back in perfect order. Я перетасовал их обратно по порядку. Now watch. А теперь смотрите, мы будем тасовать карты рубашкой вниз. So you saw it was a full deck. Так, вы видели, все карты на месте. And I'm going to pass the deck to Olga. Я отдаю колоду Ольге. Ольга, перетасуйте колоду как хотите и столько раз, сколько хотите. Можно мне колоду, пожалуйста? Как я уже говорил, я ослеп в детстве вследствие осложнения после болезни. К тому же у меня развился синдром Шарля Боне. Поясню. Я вижу внешнее пространство, которое проецирует мое подсознание перед глазами. То есть я вижу не темноту, а все, что у меня в голове. И во всем мире это самый интересный случай проявления такого синдрома. В то же время та часть мозга, которая отвечает за осязание, каким-то образом проникла в ту часть, которая отвечает за визуализацию. И эти 2 части мозга объединились. Меня обследовали 2 доктора медицинских наук из Гарварда. Один из нейрохирургов сказал, что у Ричарда Тёрнера самое развитое тактильное чувство на всей Земле. Я вам сейчас это продемонстрирую. Спасибо. Спасибо. Василий, назовите число от 10 до 20. 12. Я попытаюсь одной рукой срезать 12 карт. Пересчитайте, пожалуйста, только громко. 1, 2 и так далее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Получилось! Thank you. Спасибо. Я так могу и с визитками, и с почтовыми открытками, с чем угодно, что имеет одинаковую толщину.
Можно вашу колоду? Перетасовали уже? В покере есть так называемая шальная карта или джокер. Карта, которая может принимать любое достоинство. Когда сдают колоду, то снимают половину. Снимайте. Вот так. И чтобы это была более случайная карта, назовите любое число. 3, 4, 5. Какое у вас любимое число? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Какая это карта, Ольга? It's queen. Дама. Дама. Так значит, дама будет той картой, которая примет любое достоинство. Следите за дамой. Сейчас я покажу вам секретное движение, которое азартные игроки используют, чтобы раздеть вас до нитки. Дама сверху. Мне нужна дама. Так я раздаю карты другим игрокам. И когда мне нужно, я сдаю даму. А теперь рубашкой вниз. Как видим, карта остается на месте. Так я сдаю вторую карту. У моих пальцев есть всего лишь 5 миллисекунд, чтобы сдать следующую карту. За это короткое время я должен инстинктивно прочувствовать, чтобы достать эту карту. Забавно, не так ли? Спасибо. С вами нельзя садиться играть, Ричард. А никто и не хочет, и это грустно. Ольга тасовала карты, Ольга выбрала даму. А сейчас я буду использовать свои пальцы, чтобы видеть карты и найти ее даму. Это какая карта? Дама. Так, разрежем колоду на три части. Это какая карта? Смотрим внимательно, выиграем обязательно. Это какая карта? Тоже дама. Смотрим дальше. Как, Женя? Спасибо. Четыре дамы. Возьмите. Поместите карты в колоду, я отвернусь и не буду подсматривать. Даже глаза закрою. Так, перетасуйте карты. Смешайте их. Когда закончите, положите вот сюда. Спасибо. Смотрим. В этот раз я буду доставать по одной карте снизу, снизу колоды. Это какая карта? Как это? А ведь карты тасовали вы. Какая это карта? Дама. Смотрим. Я думал, смотрим. Это делал не кто-то, это Ольга делала. Потасуем. Еще разок. И еще раз. Смотрим. Она? Спасибо. Еще раз. Yes. И еще раз. Еще раз. Положите их обратно в колоду. Рубашкой вверх. Только спрячьте получше и перетасуйте. Можете даже дать зрителям перетасовать, если хотите. Или жюри. Так, хорошо. Готовы? Мои пальцы как бы видят карты. Я разделяю колоду посередине. Из центра колоды. Из самого центра. Это какая карта? А это? Смотрим еще раз в замедленном действии. Да ну нет! Да ну как? Вообще, это что такое? I just checked the card. Yeah. I just checked. Yeah. Ну это нереально. Anyway, I hope you had fun. Итак, надеюсь, вам понравилось. Спасибо. Спасибо. Ричард Тернер, безусловно, очень удивительный человек. Очень.